Здравствуйте, я Алиса Лот Уоткинс, модный иллюстратор. Компания Reflame пригласила меня, увидев мои работы в журнале Vogue. Я с радостью приняла предложение о сотрудничестве. Я родилась в Швеции, еще в детстве мне всегда нравилось рисовать. Окончив художественную школу, я отправилась в Нью-Йорк, где и началась моя карьера. Я работала для многих компаний, таких как Barneys, MAC Cosmetics, Anna Sui, а также H&M. Мне довелось работать с самим Роберто Кавалли. Спустя некоторое время я переехала в Италию, где и живу сейчас. Здесь я сотрудничаю с известными итальянскими брендами. В основном я рисую женщин. Для меня очень важно чувствовать, что героини моих иллюстраций воспринимаются и ценятся компаниями, с которыми я работаю. Художнику всегда приятно видеть свою работу, ставшую объектом моды. И именно это происходит с моими рисунками, которые появляются везде, начиная с подиумов и заканчивая косметическими компаниями.